Усон Улу и Розматов Буньоджон. Сейчас в октагоне звучит сигнал, и ну, давайте смотреть второй бой, насколько он будет быстрый, мощный начинается, он достаточно быстро, и здесь уже идут размашистые удары от бойцов. Есть удары, хуки проходят от бойца в красном, и здесь с разворота пытался ногой попасть по корпусу, не получилось, но это был проверочный, если можно так сказать. Уже идет серия. Пытается взять шею. Красный боец взял удар с колена в голову. Проходит еще один. Это было хорошо, но пока что, если нет крови, значит, удар, ну, наверное, не получился. Можем, наверное, с уверенностью. Ну что, а теперь проверка. Теперь уже успокоились более-менее бойцы, но игрок и боец в синем из синего ринга, он не успокаивается, все равно идет в бой, потому что стоять здесь, можно сказать, запрещено. Нет никакого смысла на ринге стоять и смотреть на соперника. Нужно его проверять, нужно его качать, нужно его смотреть вообще, на что он способен, чего он боится, где его слабые и сильные стороны. Сейчас уже в партер опускаются бойцы, и отсюда плохо видно, что происходит, но, по-моему, бойца в синем ринге сейчас пытаются взять шею, не удается, но давайте посмотрим, что же из этого может вообще получиться. Проходят какие-то определенные попытки нанести удары по голове у бойца сверху. Может быть, на болевой взять? Подниматься, говорит арбитр. Судья говорит, подниматься. Так бой у нас не пойдет. Промах. Но тоже это был проверочный. И хороший размашистый справа прямо в голову. В принципе, прилетает, но по касательной. Там удар был по касательной. Не могу сказать, что это было точное, четкое попадание. Лоу-кик. Попытка проверить, осушить ногу. И сразу же серия из ударов по голове. Наносит синий боец. И я скажу, что эта серия была достаточно хорошей. Парочка там все-таки прошла. И здесь, походу, удушающий может получиться. Я вижу руку, которая обхватывает шею. Но пока что никакого сигнала от бойца, который находится снизу, не поступает об окончании боя. Значит, пока терпит, пока может продолжать, идет кувырок. Но есть замок на шее. Вопрос только, как долго он сможет держаться с этим замком на шее. Вертится, не отпускает боец сверху, не отпускает этот замок. Идут удары. Арбитр внимателен, смотрит все. Находится очень близко. Капа выпала. Выпала капа. Все. Прошел удушающий. И боец из красного угла одерживает здесь победу. Увидели мы сигнал. Увидели мы очень четко сигнал игрока, бойца синего ринга о том, что дальше, к сожалению, терпеть уже нет никаких сил, и это уже может быть опасно. Поэтому в такие моменты действительно лучше взять проигрыш, нежели будут какие-то проблемы со здоровьем. Для тех, кто был зрителями нашего WEF прошлого, который проходил несколько месяцев назад, я думаю, вы прекрасно помните, что были бойцы, которые теряли огромное количество крови в октагоне.